яровая пшеница, твердая, сорт Салют Алтая. Пшеничка, конечно, уже перестояла. Давненько ждет своей уборки. Уже подшерсток сорнячков лезет. Но так вроде бы выглядит неплохо, достойно. Норма высева здесь была в пределах 3,5 миллионов. Где-то 160 килограмм. То есть я думаю, что даже 3 миллионов. Полегла. В прошлом году она, конечно, была не такой высокой, как в этом году. Не знаю почему. Хотя и в этом году, опять же, не могу сказать, что она прям супер высокая. В целом, поэтому, наверное, и выбрали два сорта Салют Алтая и Памяти Янченко, потому что они, ну, относительно урожайные и сами по себе не такие рослые. То есть было 4 сорта, из них вот эти два сорта были выбраны в производство. У яровой пшеницы, конечно, при обмолоте и из-за того, что, конечно, и колос уже пересушен, да и за зерна колоски отрываются, вымолачивается не так, как хотелось бы, особенно вот колоски вот такого типа. То есть, естественно, они будут крошиться, ломаться. Салют Алтая!